Но все равно для воскресенья сегодня маловато народу, вот. Ты думаешь? Смотрите, как оформили. Интересно, вот эти стульчики. У каждой кафешки, у каждой бекерайки все свое. Свой такой стиль. Здесь все в черном стиле. Черные эти пледы лежат. Кафетерия, айс-кафе. 3 звезды. Так, идем сейчас в ту сторону, где эти пивуны поют. Ну да, колечки шикарные, да? Смотрите, есть за 399, за 499, есть за 1000, 1300, 9999. Это все в ОРА. Вон часы такие, как помнишь, я сейчас хотел. Армани? 300. Нигде не было. Ну, я тебе тоже красивые, хорошие часы подарила. Да? Вот здесь бы я походила, посмотрела внутри. Но не закрыты. Кастрюльки. Вот, смотрите. Вот эта кастрюлька, она сейчас стоит 219. Ну что, недешево. Ну посмотреть бы, зашла, посмотрела, конечно. А сверху вон свадебные платья продают. Бюхерай, книжек, магазин. Магазин одежды, мода Вагнер. Смотри, с одной стороны идешь, красивые дома, да? Потом развернулся, идешь по этой же улице, вообще по-другому, да? Как будто не проходил тут. Ну, сейчас пойдем, подойдем. Посмотрим. Что-то они распелись прям так, да? Угу. Там тоже парк, смотри какой. Ну, там это, по-моему, казино. А, ну там тоже погулять на... Где казино? Мы там постоянно гуляем. Весело, да, в центре стало? Лакос, ты смотри, магазин. Триумф. Сто процентов стоит. Ну, значит, был курс 100 фунтов. Ну, наверное. Смотрите, ребята, здесь на пятачке много народу, да? Пятачок. Потому что там вот это как раз серединка. С каждой улицы идет она вот сюда, в центр. Ох, как разошлись. Я надеюсь, нас YouTube пропустит с этой музыкой. Хотя должен. Если пропустит, то, конечно, посмотрите. Послушайте. Сейчас подойдем ближе. Далеко их слышно. Субтитры сделал DimaTorzok.
шикарно, правда, ребят? Устала, не поет. Танцуют на балконе, смотрите, приколисты. Молодцы. Что, Саша, дальше пойдем? Вот они разошлись, да? Не на шутку. Собрали. У них там копеек уже полная это. Ну, это, которую они поставили, корзиночка. Почти полная. Да, шикарно поют, что. Правда, мы не понимаем, о чем. Ну, думаем, что о хар... Как поет, а если знал, о чем, то вот расплакался. Саш, не знаем о хорошем, о плохом, но думаем, что все позитивно, на хорошем. Так, Саш, мы по этой улочке ходили, пошли пройдемся. Голубь прям нас сопровождает, а? Я говорю, голуби прям сопровождают. Ноги? Ноги? Вот по этой мы улочке ходили, где Фаберже, вот этот. Справа она должна быть, а слева там дом этого какого-то писателя. Помнишь? Пошли пройдем. Да, вот эти вот я помню. Вот эти... Магазинчики мы проходили. Да, прям жарко стоит, ребят. А мы потом пойдем в парк где-нибудь, сядем, посидим чуть-чуть. Ну? Отдохнем. Отдохнем. На солнышке, классно. Смотри, халатик какой, да? Красненький. 180 евро стоит. А вот цвет, да, какой классный, такой насыщенный. Вообще.
Меха. Корона суперзал. Корона суперзал. То, что у них скидка на корону большая. Смотри, дипломаты разные. Чего тут только нет. Часы, смотрите, какие прикольные часы. А? Недорого часы. Считаю, вот эти 210. Индустрии. Для такой это не. Пластинки. Прикиньте. Сейчас нигде их не увидишь. О, Саша разошелся. Ты с той стороны смотри, Фаберже. Если что, мы развернемся назад, пойдем. Мы же хотим в парк. Нам еще идти. Да. Ну, парк-то там, сзади. Ну, вот все равно мы по той стороне пойдем. Здравствуйте, добро пожаловать в нашу аптеку. Видите, все по-русски написано. Классно, что мы приехали. Ребят, смотрите. Классно, не правда ли? Шикарно. Прям вместе со мной. Птица какая большая. С этой стороны смотри. Саш, идем дальше. А, вон там эта улочка, где мы вот ходили, этот ресторан, 3- или 4-звездочный, я вам говорила. Туда дальше нам, да, немножко идти? Вот выставка картин, галерея. Смотрите, какие балкончики. А, я по дороге иду? А, извиняюсь. Я думала, это пешеходная зона. Но я-то не в Баден-Бадене живу, я тут турист. С колхоза. С колхоза я приехала, ну ладно. Угу. Точно, здесь ходить надо. А я пру, как всегда. С этой стороны, видите, как? Тоже красота. Весь такой гористый городок. Ребят, так охота все показать. Во-первых, это нереально. Во-вторых, столько у нас потом частей выходит городов. Иной раз вот так вот смотришь и думаешь, людям нравится, не нравится смотреть. Смотрите, какие дома здесь. Очень красивые вообще. Иной раз идешь сам с открытым ртом, вот до того такая красота. Саш, классно, да, аллея такая? Ну давай, я тебя буду снимать, ты меня фото. Хоть куда-то, чтоб попало. Так. Саш, ты танцуешь еще? Смотрите, смотрите, присядку идет. Саш, тут шитье магазины, ткани продаются, видите, машинки швейные. Здесь магазин платья, платья, правильно, платья продают. Даже эти вход везде, двери с решетками. Значит, непростой магазин. Я не помню, вот, где мы ходили. Ну, по этой дороге дальше будет. А где это, где писатель жил? Дом. Я же сказала, смотри. Я же не могу видеть.
Саш, ты направо налево, смотри. О, заяц какой там сидит. Иди сфотографируй, чтобы близко было. А, вот он, Фаберже. Фаберже, ребят. Стоять. Срабатывает. Смотрите, ребят, в огороде заяц какой сидит. Блин, большой такой, шикарный. Тут что-то вид такой. Аба зайчик, смотри какой, приблизь. Шоколадный заяц. Стендевер-заяц. Ты шоколадный заяц? Нет, там сидит. Кстати, я шоколадку хочу. Я сникерсы взяла с собой перекусить. Шоколадку хочу. Вот смотрите, музей Фаберже. Почему он открытый? Угу. Смотрите. Оба снимать там все равно нельзя. Музей Фаберже, Международный комитет по наградам Фаберже. Вот так, не тяпля. Видите, сюда вход. Хоть бы одно Фаберже повешали на здание. 700 штук. Обалдеть. Ну, это музей вот. Музей Фаберже, смотри, по-русски написано. Международный комитет. А, ты тут читал? Ну, сплю, Саша. Не успеваешь все рассмотреть. Ребят, смотрите, здесь русский ювелир. Михалков, галерея. Как ее звать? А, Ульяна Лопаткина. Вот, смотрите. Это не реклама. Да. Это просто так. Это для кого-то, вдруг кто-то захочет прийти. Ну. Здесь магазин сумок, чемоданов. Слушай, знаешь бы как? Ну, знаешь бы как мне перестали сумки нравиться? Вот ей-богу. Если мне устроиться в магазин сумок работать, они мне так надоели, мне кажется. Так, а? Лепить наоборот бы. Складировала. Покупала бы от каждого нового бренда. Ну, кто его знает? Ну, я так думаю. Ювелиров тут ужас много. На каждом шагу. Да. Макс Мара. Магазин. Тоже уже все к Рождеству вон приготовили. На витринах. Видите, какие картины здесь. Вот говорю сыну, нарисуй картину мне. Все никак. Вон детки нарисовали на камушках разные рисунки. Видно, что детки рисовали. Так, что тут у нас за вывески? Тут, блин, на каждом углу такой ювелирный и психиатр. Кранкин гимнастик. На гимнастику можно записаться. Великого князя Михаила Николаевича. Аптека. Угу. Галерея. Тоже. Видите? Картин. Тия,
Ну что, интересно очень. Ребят, смотрите. И с этой стороны. А? Чуковский, я же говорю. Я помню, тут был. В этом доме он жил с 1848 по 1852. Угу. 4 года он в этом доме прожил. Жуковский Василий. Смотрите, ребят. Так, вот в этом доме. Кому интересно. Вот про это я тебе перо и говорила на доме. Фюллер этот. Пеликан. Это не перо, а я тебе перо искал. Ну как я имею в виду, как дети пишут в школе, фюллер. Автобусы ездят, да, в воскресенье? Наверное, тоже в определенное время. Угу. Вот, ребята, я сейчас не успела заснять. Помните, я вам там говорила про эти столбики, что если проехать надо, они вниз вот так уезжают. Вот сейчас автобус проехал, они бац, поднялись. Прикольно как. Вон с той стороны тоже эти столбики стоят. Вот они сейчас опустятся. Вон те два. Ты думаешь? А, угу. Вон автобус подъезжает. Я его не увидела. Смотрите, вон те два столбика. Обратите внимание. Бац. Они заехали. Автобус проезжает. И они опять поднимутся сейчас. Ну, чуть не поднимается. А, вон. Оп, поднялись. Классно, да? По приколу. Это чтоб чужие машины никто не заезжал. Смотрите, балконы какие обалденные. Вот эти столбики.